Параллельно разбирая антресоль, нашли елочные игрушки. Это, наверное, 50-х годов, потому что, смотрите, такие специфические игрушки: серп и молот, звезда. СССР, ракета, вот еще со звездой. Также много игрушек, различные фрукты, груши, яблочки, фонарики. Вот очень красивая корзиночка. Вот такой светофор. Снегирь. Петрушка очень симпатичная. Вот еще петрушка. Вот. И, конечно, очень смешные вот такие вот игрушки. Наверное, Снегурочка, завернутое в одеяло. А здесь даже непонятно. А здесь поросенок, которого запеленали. Также есть грибочки красивые. Вот стеклянные грибочки. Вот. И вот такие вот корзиночки. Даже помню, что в эти корзиночки накладывали конфетки. Вот они сохранились. И сохранился Дед Мороз. Вот такой старинный, симпатичный Дед Мороз. Можно сказать, настоящий, из 50-х. И потом есть вот такие вот игрушки. Я не знаю, из картона, наверное, тоже. Звезда, поезд, зайчик, рыбка, птички. Вот такие вот шарики красивые. Вот еще рыбка. Ну, а здесь, я не знаю, какой-то сердитый утенок. Домик, шишки различные, морковки, ну вот много всего интересного нашлось, думаю, сохранить. Да, и вот какой-то, знаете, не знаю, очень сердитый Дед Мороз, мне он не очень понравился. Вот. Так что всем хорошего настроения, с наступающим Новым годом, успехов, счастья, процветания и всего самого-самого хорошего. Будьте счастливы, дорогие друзья. Вот такие елочные игрушки из прошлого.